Всем доброго дня и хорошего настроения! Я эксперт Wellness сибирского здоровья. Хочу сегодня вам рассказать немного о нашей новинке с конопляным маслом. Это наш шампунь, маска, крем для лица и рук и бальзам для губ. И я в маске от того, что я хожу к стоматологу и делаю зубы. Я хочу сегодня похвалить нашу продукцию, новейшую продукцию, шампунь с конопляным маслом. Вот я помыла голову, она такая стала мягкая, пушистая, волосы стали такие прекрасные. И что я хочу сказать, в состав этого шампуня входит конопляное масло и макадамия. Макадамия – это значит фрукт такой. Вот. Что же делает этот шампунь? Восстанавливает поврежденные волосы. После мытья этого шампуня, я нанесла на голову маску на всю длину и расчесала, потом смыла свои волосы. Маска у меня находится в бане, не принесла, забыла. Вот я крем для рук начала. Крем для рук, это знаете какой крем? Когда в зимний период у нас лицо охлаждается, или на нашем лице становятся всякие сеточки, лицо краснеет, тускнеет, и поэтому этот крем, нанося на руки и лицо, можно спокойно выходить на улицу. Вот бальзам. Бальзам нужен всем. Тем людям, у кого есть герпес на губах. У меня он пропал 2 года тому назад, так как я принимаю все БАДы сибирского здоровья. У меня исчез он на губах. Почему? Потому что я даже сама удивляюсь. Оказывается, настолько сильно действующие эти БАДы нашего сибирского здоровья хорошо способствуют для нашего организма. Вот. Это тоже незаменимый продукт. У кого губы трескаются или на губах какие-то трещинки, морозятся губы, сохнут губы, сухие губы, или выходили косметологу свои губки обработать, или, как сказать, мезотерапию сделать, можно после этого помазать этим бальзамчиком. Я всем предлагаю. Я даже сама купила, не отходя от кассы, сразу купила и предлагаю всем. Мажу свои губки шикарный эффект. Просто шикарный эффект. Советую девочки. В нем содержится конопля и также макадамия. Вот.